наш путь лежит в Патрии. Это третий по величине город в Греции и западные морские ворота страны. В Патрах впервые ступил на греческую землю, приехавший сражаться за ее свободу, лорд Байрон. Но Патры следует посетить хотя бы потому, что это священный город для христианского мира. Здесь проповедовал и был распят первый ученик Христа Андрей Первозванный. Распятие произошло у моря. На этом месте в V веке был воздвигнут первый храм, посвященный Андрею Первозванному. В 805 году город был осажден объединенным войском славян и сарацин. По мнению жителей, патры были спасены благодаря заступничеству святого Андрея. С тех пор и поныне Андрей Первозванный является патроном города. После раздела Греции крестоносцами в Патрах из-за наличия общехристианской святыни была учреждена кафедра латинского архиепископа. В 1429 году палеологи отобрали город у латинян, чтобы в 60-м году сдать его туркам на 3 с лишним столетия. Сдав город, Фома-палеолог увез в Рим раку со святыми мощами, и только в 1964 году папа Павел VI вернул в Патры часть мощей – честную главу апостола. В 1843 году обветшалую постройку заменили новой в итальянском стиле. При входе по правую руку в сводчатой пещере находится источник. В древности он принадлежал оракулу богини Деметры. О давних событиях рассказывает мраморная табличка над входом в пещеру. Когда-то эта целебная вода принадлежала богине Деметрии. Здесь Андрей был пригвожден к кресту и покровительствует патрон. Сентября 1974 года, через 10 лет после возвращения честной главы апостола и через 66 лет после начала строительства, был освящен новый собор в честь Андрея Первозванного. После Пятидесятницы, согласно Господней заповеди, святой Андрей отправился в апостольское путешествие. Он посетил области, где города были со значительным греческим населением. В Нике Вифинской, Синопе, Амисосе, Трапезунде. Затем он отправился в Скифию, то есть на юг Украины, в Крым и Тавриду. Согласно преданию, святой Андрей поднялся вверх по Днепру и дошел до места, где впоследствии возник Киев. Он благословил это место и предсказал принятие христианской веры будущими обитателями Киевской Руси. Прибытие святого Андрея в Патры засвидетельствовано древними христианскими источниками. Тут он совершил множество чудес и исцелений, обратив многих в христианство. Среди прочих была жена римского проконсула Максимила. Апостол Андрей исцелил ее от неизлечимой болезни. Деяния Андрея вызвали гнев проконсула. Он приказал схватить апостола и подвергнуть казни через распятие. Мощи святого Андрея Первозванного хранятся в новом мощевике, изготовленном в византийском стиле в 1970 году. За мощевиком, в котором хранится честная глава, стоит крест, на котором апостол принял мученическую смерть. Он привезен в Патры в 1970 году из Марселя, где он хранился с 1250 года.
турецкого господства патры были освобождены в 1828 году одними из последних. Город начали отстраивать в неоклассическом стиле по регулярному плану, с прямыми улицами и площадями. Особенностью архитектуры города являются тротуары, спрятанные в галереях первых этажей домов. На центральной городской площади имени королевы Ольги и короля Георга сохранились старый оперный театр и два чугунных фонтана. С заходом солнца, когда наступает прохлада, приятно провести время в одном из ресторанов на набережной. В городском археологическом музее демонстрируется микенская и геометрическая керамика и оружие, классическая и римская скульптура, украшения и мозаики.
Патрах сохранилось несколько построек римского периода. Эти руины – это все, что осталось от римского стадиона. Частично восстановлен римский Одеон. Его 25 рядов вполне достаточно, чтобы проводить летние концерты. Реквизит театра доступен туристам, и можно представить себя в какой-либо роли на старинных подмостках. Сейчас Патры известны своим карнавалом. Хоть не Венеция, но костюмированные парады, маски, травести и всякие ночные вольности на несколько дней захватывают город. На карнавал съезжаются со всей Греции. Живописный квартал Кастра состоит из одно- и двухэтажных домиков. Над ним возвышается внушительная византийско-венецианско-турецкая крепость. На этом же холме в древности располагался Акрополь Патр.